Читайте в новом номере Biz Journal «Информационная безопасность банков». Все о соках. Узнайте о центрах мониторинга то, чего пока не знают регуляторы. В интервью с вице-президентом по информационной безопасности Ростелекома Игорем Липуновым. Два лица и два взгляда на ситуацию с импортозамещением в России. Неожиданные повороты мысли и непреукрашенная правда в интервью с главой группы компании InfoWatch Натальей Касперской и академиком Академии криптографии Александром Барановым. Новое слово в подготовке кадров информационной безопасности. Студентов бросают в схватку с компьютерными угрозами на киберполигоне. Узнайте, как куют реальных практиков. Также в номере. Лики и гримасы социальной инженерии. CM по-русски. И откровения регулятора. Ищите новый выпуск журнала на крупнейших мероприятиях отрасли. А также читайте в онлайн-версии. ebdefisbank.ru/journal